Здорово. Похлебать ход, что ли? Похлебану. Блин, у меня сковородка. А. У меня есть сковородка. У меня есть палочка, выручалочка. И для нее батон. Я буду хлебать суп. Сковородки. А первый. Мясо упало. Горячего тоже хочу. А в микроволновке не погреешь. Так, чтобы оно это прям офигенное было. Началось. Что знаком надо? Макс, тут хватит греметь. Значит, мне опять сверлили с утра. Восьми не было, я что, девяти? Сверли? А на нас пишут, что это мы. Я сверлили, люблю с народа. Ну, нельзя, я должна виновата быть. Я вообще ничего не сделала. Все, я сверну тут хожу ночами. Я все сплю ночами и утрами. Кстати, еще хочу сказать. Форель стоит. Блин, плитку не включила. Форель. 100 с копейками. 100. 100 рублей с копейками. Правильно? Правильно. Так-то. Это... Не так дорого. Что с копейками? Блин, чеснок кончится. Так что, покупайте форель и кушайте на здоровье. И хвастайте на меня. Что вы ее жрете, а я нет. За 120 рублей, за 127 лет. Вот, надо жрать с чесноком. Першит все в глотке, я не могу. К вечеру я, наверное, расклеюсь. Как тапок деда. Еще зубы сломай, Ирина. Да. Это мне не нужно. Что хочешь сделать? Ну, просто болтаю. Да, посижу. Я забор. Привет. Это пока как дела. Дом. Это кто писал? Да, не Заина писала. Угу. То есть Сабина. Это я пробую. На ножи сюда. Что-то опять выдумывают там поделки какие-то что. Вот такая погода вишневая. Хочется только спать. Даже никакого аппетита. Идешь просто на кухню по привычке. И жрёшь. Не знаю.
Я сейчас дремонькну, может быть, часик. Еще не решила. Когда горячую поели, пошли помешали сковородочку. Прям до кипятка, чтобы она была. Подождем чуть-чуть. Потому что жрать очень охота. А если не пожрешь, ты злой потом ходишь. Надо жрать, чтобы дома не быть.